закончился? Да, да, вот закончился. Пора худеть? Да, пора худеть. Никогда не переставай заставлять себя! Отожмись не 10 раз, а 15! Не 10, а 15? Пробеги не 5 километров, а 10! 10! Спи не больше 8 часов! А почему не 9 и не 10? Борись ради лучшего результата! Сожри весь торт, а не кусочек! No. В вашей жизни полно трудностей? Тратите все свое свободное время на отматывание бумаги? Выбиваетесь из сил? Портится настроение? Выход есть! Туалет Хелпер 2000! Эргономичен, безопасен, можно использовать вместе и даже на вечеринке. Ваш пульт живет своей жизнью? Рушит все ваши планы? Портит вашу репутацию? Так где же этот пульт? Опять потерял? Мы знаем решение. Дистанционный контроль 15000Z. Регулируемая застежка. Аутентичный дизайн. Дистанционным контролем вы испытаете комфорт и уверенность в завтрашнем дне. Но и это еще не все. Покупая данный товар сейчас, вы получаете в подарок дистант-контрол для вашего смартфона. Ну че, второй раз-то замуж собираешься? Нет, о твоем все мужа думаю. О моем? Ну да, думаю, не дай бог такой же дебил попадется. Все наши подруги уже с животами ходят. Может, и нам пора? Да-да, я тоже тебе хотела это предложить. Короче, я сейчас достану холодец, а ты пока сгоняй за эклерами. Я тоже решила разводиться. В смысле? А ты-то чё? Ну тебе вот что в директ пишут? Давай познакомимся. И откуда ты такая красивая? А фотки с сиськами скоро будут? Ну а мне? Взаимные лайки и комментарии? Реснички за репост? Хочешь стать спонсором Глива? Так вот он мне сказал, я тебя люблю. А ты чё? А я говорю, докажи. Продай квартиру, машину, купи кольцо и шубу. Купил? Нет. Добавил черный список. Знаешь, как больно, когда влюбляешься. Когда действительно хочешь и готова все отдать. Но нет твоего размера. И эти туфли никогда не станут твоими. Ну что сказать, ну что сказать. И здесь тоже нет. А что ты там делаешь? Разгадываю тайну века. Уже опросила всех, кого могла. Отворот могу, приворот могу, даже лайки в Инстаграме накрутить могу. А это? Не знаю. О, у вас Романа спрошу. Реально? Такой расчет можно будет выполнять за сутки, только начиная где-то с 22-го года. Есть же Сири. Простите, Елена, мне не удается выполнить ваш запрос. Ну что ж, придется по старинке. Фу, коричневая. Опять коричневая. Белая. Желтая. Ну что сказать, ну что сказать. Устроенный. Тебя просил я быть на свидании. Мешала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись. Сказала да, 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 да. Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я. О, прекрасная дама! Разрешите пригласить вас на танец. Ну че, чувиха? Затусим? Моя Маросечка, танцуют все кругом. Моя Маросечка, попляшем мы с тобой. Моя Маросечка. Чудо. Всем привет! Сегодня расскажу, как выгодно отличиться 1 января от своих друзей-собутыльников и сделать тематическую сторис.
Для этого нам потребуется яйца... А, это уже другая история, подожди. Для этого нам потребуется самое обычное молоко, самое обычное кофе, кружка из фикс-прайса за 49 рублей и непонятная штука из Икеи за 99 рублей. Еще нам нужен чайник с водой из-под крана. Первый этап самый легкий. Добавляем кофе, добавляем воды, берем молоко и наливаем в стакан. А теперь вставляем вот эту штуку вот в этот стакан. Как подсказали знающие люди, молока надо в 3 раза меньше. Смотрите, как молоко увеличивается. Сейчас третий стакан, а будет полный стакан. Завершающие штрихи. Идем на балкон. Записывать сторис. Прикиньте, там минус 30. Там не было зимы, а все время лето. Мы не знали пути. А куда пена-то делась? На улице холодно, заболеешь. Фу, куда упадешь? Да не упаду я. Ну я же говорил. Пока котлеты не съешь, торт не получишь. Ну не хочу кашу. Ешь, а то селенок не будет. Да ты только посмотри, какая ты у меня красавица. Не слушай, что говорят тебе на работе. Ты у меня принцесса. Нельзя такие фильмы страшные смотреть. Потом опять всю ночь бояться будешь. Где вы были? На работе задержались. А телефон вам на что? Че, позвонить нельзя было?